Состоялось внеочередное 29-е заседание Совета депутатов Ленинского района. На нем рассматривался единственный, но очень важный для дальнейших перспектив развития муниципалитета вопрос. Глава района Валерий Венцель принял ключевое решение и выступил с инициативой объединения поселений в городской округ. Объем населения муниципалитета увеличивается ежегодно, что оказывает нагрузку на бюджет, влияет на уровень комфорта, качество благоустройства и темп строительства социальных объектов в поселениях. Вопросы к нам, как к органам местного самоуправления, либо на уровне поселений, либо на уровне района, их становится больше, замечаний становится больше, и от того мы начинаем пробуксовывать в неких других темах. Мы для себя определили стратегию развития на пятилетку, но буксуем постоянно на одних и тех же вопросах, которые возникают из года в год. К сожалению, при разрозненном бюджете мы не можем поправить те вопросы, которые мы хотели бы и которые уже давно назрели к реализации. Единый бюджет позволит более масштабно участвовать в федеральных и областных программах софинансирования. Централизация власти повысит эффективность управления территорией, а также упростит процесс принятия решений. Быстро и качественно решать вопросы, связанные с нашим и благоустройством, и строительством, и ремонтом наших дорог, и линии освещения, и безопасности, и размет, ну, всего того, что нам приходится иногда месяцами проходить через бюрократические процедуры. Народные избранники большинством голосов поддержали инициативу главы. Теперь вопрос об объединении должен пройти обсуждение на публичных слушаниях и рассмотрен на советах депутатов поселений.